Итак, ты делаешь переключатель на основе ячейки памяти и не понимаешь, почему у тебя садится батарея. Сейчас я тебе все объясню. Допустим, у нас на этом бренче выставлено 100. Ну, у тебя там много всего висит. Турели, лампы, все что угодно. Что видит наша батарея? Она видит 100 ватт на отдачу. Ты думаешь, что ты выключил. Как бы не так. Батарея по-прежнему видит 100 ватт на отдачу. Как этого избежать, я тебя научу. Ставь синий элемент, подключай через него. А с левого выхода ячейки памяти блочь этот синий элемент. Батарея отдает на отдачу сейчас 2 ватта. 2 ватта, Вася, не 100. Включили 100 ватт, выключили 2 ватта. Можем поставить 2 синих. Вот тут 2 бренча, тут еще один бренч и потребитель. Если мы сделаем вот так. На этих бренчах не вставляем ничего. С линейных выходов отдаем дальше. Вот тут у нас на левом выходе потребление 100 ватт. А тут сделаем, ну, 20. 20. Вот с этих бренчей перекрестно подадим на боковые контакты синих элементов. Батарея отдает 100 ватт в этой ветке. А в этой ветке батарея будет отдавать 25 ватт. Итак, перед вами переключатель мощности Гудвина. Встречаю. С вами был Гудвин. Всем пока-пока. Увидимся.